А перед началом этого видео хочу сообщить вам, что я снимаю активно в TikTok, а также я создала телеграм-канал, который называется XXBillyVix, где я собираюсь проводить конкурсы на кукол и делиться находками и новинками. Подписывайся, ссылка в описании. XX, с вами BillyVix, всем привет, я Алиса, и мы продолжаем охотиться на кукол во Франции. Сегодня мы в игрушечном магазине, здесь просто нереальный ассортимент кукол. Я здесь реально могу запутаться, и сейчас мы с вами посмотрим, что здесь есть, а ты подписывайся на мой канал и смотри мои YouTube Shorts. Там я более подробнее обозреваю их всех. Погнали! Здесь есть радужный Ферби, стоит 75, то есть 7500, и есть также еще фиолетовый. Очень круто, что их начали перевыпускать. Я еще, кстати, видела оранжевого, но это будет в следующем видосе. Есть очень много интерактивных игрушек, кстати, вот такие вот песики. Ой, очень милая кошечка. И есть Pets Alive, какающая собака, собачка, в общем. Есть Rainbow Corns, есть, кстати, Rainbow Corns Rescue, Unicorns, такие вот. С малиновым вообще топ. Не знаю, мне нравится малиновый, как вы можете заметить по моему сегодняшнему образу. Пуфик Леди Баг. Видели такое когда-нибудь? Я нет. Впервые это все видите? Угар просто. Но он такой мягкий, мне аж самой захотелось на него сесть. Здесь есть Нэнси с лошадиной фермой. Это же такой раритет, и тут она есть, обалдеть. Есть еще Нэнси миниатюрные версии, лет 10-15, может больше. Ну и наверху пупсики. Птички милые, такие милошечки малиновые. Ну и сами куклы. Давайте посмотрим, что тут есть. Мне очень понравилась Hello Kitty. Сумочка, в общем, у нее еще закатываются глаза. Миленько выглядит. Еще причем достукаж, то есть на нее скидка. Она сейчас 3000 рублей вместо 4. Странно. Hello Kitty, на них такой бум, а в итоге скидка. Внизу есть очень много Rainbow High. Такая, кстати, смотрите, малиновая красотка. Ну, их мы тоже с вами видели во многих магазинах. Хотя они, да, безумно крутые, но тяжелые. Ash Silverstone, такой черно-белый. И есть еще набор Rainbow Amaya Rain. Справа мы видим много Lol Surprise. Что из интересного? Это вот такие вот колбы. 7 сюрпризов внутри. Mini Sweets Haribo. Да, вот их я не видела. Есть также машина Lol Surprise с куколкой. Куклы, 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 OMG, Unbox. Есть ветеринарный набор. И знаете что? Помимо, конечно, Lol Haribo Surprise, здесь есть вообще, вы сейчас обалдеете. Ой, порванная коробка. Вот такой вот набор. Вау, больше 100 сюрпризов здесь есть. Конечно, выглядит это супер-супер масштабно. 12 куколок в наборе. Коробка очень тяжелая. Называется Mega Ball Magic. Обалдеть, мы его видели в одном из магазинов уже. Он стоил 10 тысяч рублей. Здесь он на сейле, очень таком приятном, 70, то есть 7 тысяч рублей. Ну, как бы, если выбирать из двух зол, то это меньше. Есть также куколка, которая делает ноготочки. И здесь очень много твинс. Прям они заполонили полки. Есть еще машина Lol Surprise. Кстати, я ее видела в открытом виде. И да, здесь больше 50 разных сюрпризов в наборе. Стоит 7500 в рублях. Но надо учитывать, что еще доставка. И да, в России получается уже... О, смотрите, что нашла Барби из мультфильма, и она здесь на роликах, блин, класс, реально крутяшная кукла, Марго Робби, но мне они нравятся, они прям кайфовые. Сегодня я еще в стилистике Барби, поэтому идеально подхожу под этот стенд. Лысая Барби, вы видели, лысая, она реально лысая. Я так понимаю, это Fashionistas, да. У меня, кстати, есть куколка из Fashionistas. Вот, знаете, есть еще Барби Color Reveal. Здесь большой такой сет, а наверху за 100 евро, 10 тысяч рублей, есть машина и две Барби пляжные в комплекте. Есть еще Барби Экстра. У нее вообще шикарная шуба. И большие куклы-гиганты. Ну, самое прикольное, это Эльза из Frozen. 90 сантиметров у нее рост. Опускать не буду, боюсь, честно говоря, сейчас здесь все уронить. Стоит 8000 рублей. И да, она огромная. Здесь много подделок. Так,
так, ну монстряшки, как же мы без них? Помню, я сюда 5 лет прибегала назад, просто все рассматривала, обожала. Есть спальные, есть базовые, ну это вообще классика, они завалены во всех магазинах абсолютно. Твайла, Лагуна, Клео, Клодин Вульф. Есть также машина, смотрите, Голмобил. Есть кровать Клодин Вульф, бедрум ее, спальная комната. Есть Коффин Бин. И я искал те мои секреты. Причем здесь Торали, Торали, вы видели, и Гуля Йелпс. Так жаль, честно говоря, что у них куклу-то и не разглядишь. Мне вообще казалось, что это что-то такое раритетное. Но, может быть, я не права. Маттел выпустил Little Mermaid. Так. Здесь стенд Disney. Здесь есть Sylvanian Families. Я не фанат. Как вам, пишите в комментарии. Возможно, среди моих ребят, кто меня смотрит, есть фанаты. Но знаете, есть что-то миленькое. Это набор кошечки. Такая, ой, ничего себе. Да тут их просто обалдеть. Вот эти классные. Так, ну и еще один стенд. Мы сейчас с вами быстренько посмотрим. Это тролли. Смотрите, какие, как много пупсиков. Очень мило. И эти Adorables, как-то так. В общем, такое, знаете, все, сейчас пошли сюрпризы, коробки, по-другому никак. Фиолетовая. Ух ты, у них реально длинные волосы. Ну, здесь вообще прям голяк с Леди Баг. Видимо, их раскупили, потому что во Франции показывают по телеку сериал, и все тут реально, мы пока снимали видос, уже несколько человек подошло и купило. Ну, это, правда, в другом видосе, ну ладно. Здесь вообще мы одни в магазине. Вот, есть телефон Леди Баг. Ну, типа... Ха-ха-ха-ха-ха. И есть кукла Леди Баг. 29 евро, 3000. Наверху мы видим Magic Mixes. И, собственно, справа у нас Enchantimals и Polly Pocket. Ну и разные мини-верс, вот эти вот игрушечки. Есть еще костюм Wednesday. Рассчитан он на девочек 10-летних. Но, честно говоря, можно попробовать было бы влезть. Кто себе такой хочет, пишите в комментарии. И есть еще костюм Леди Баг с маской внутри. Он уже рассчитан на 7-8 лет, 120-130 сантиметров. И единорожки, единорожки. Если тебе понравилось это видео, то подписывайся на мой канал и пиши в комментарии, как тебе ассортимент. А также смотри мой YouTube Shorts. Там я более подробнее рассказала про всех куколок. Подписывайся на канал и ставь лайк. Be cool and crazy. Всем пока-пока!